Ну, вот вы и на канале «Спортивный дед». Сегодня мы с семьей проводим отдых, так называемый. Решили положительные эмоции схватить и прогуляться в Уроев ручей, Красноярский зоопарк. Покажу немножко, что здесь такого, зверей, ну и вообще. Хорошие куриные ножки мне бы надолго хватило, как раз зимой массу набирать, и вот как раз бы мне бы такие куриные ножки пожевать. Вот ты какой, северный олень, а я думал ежик. Запах у животных, конечно, специфический вообще. Да, да. Пахнет тюльпанами и гвоздиками. Да, с такой бы шеей до метка хапнуть. We'll be right back.
у меня, видишь, он меня чувствует. Родную. Да сейчас съест. Давай, давай язык свой вытащи. А зубы-то чистить надо. Ой, красота. You know it's true. I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late. I can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. The same cloud hanging over my head. God, I wish you were here to save me from myself. It feels... Такую домой киску, да, будешь вместе с мышами прятаться. Покажи свою киску. Нет, такую киску не надо показывать. Right here with, I said right here with me. I'm cutting down the wires. I know I'm looking. Смотрите, а на диете-то не только люди, но и животные тоже, наверное, сушатся. Только поздно уже, скоро зима у нас. Без сладкого и без плюшек ты, да? Get you out my head. I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere. I want you here so badly. I can't get you out my head. I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere. I want you here. You know it's true. I've been thinking about you. You make me feel so safe right when you. Обязательно берите своих детей, если кто не был в Роевом ручье, посетите. Ну, эмоций у ребятишек будет очень много, потому что здесь животных много. Ну и положительные эмоции наших детей дорого стоят. Thank you.
down your feet. You are not reason enough for me to lose everything and leave. You draw the line for the ones you care for, right over here by my bed. Somehow we know there's a hole between us, as everybody said. Сели в кафе, уютное кафе, ну, средний ценник, небольшой, не маленький. Поэтому закончился наш сегодняшний день, поход в двое ключей. Ну, все, даже и я, с эмоциями какими-то, рыбы мне особенно понравились, змеи. А вам что? Или вам? Мишки. Мишки? А тебе, дочь? Тебе что понравилось? Мишки. Тоже мишки? Так что, ребята, посещайте, приводите детей, они будут до ужаса рады. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока, удачи, здоровья, всем всего-всего.